Привет, это Бренда. Я тебе перезвоню. Привет, Бренда. Это Уэс. Снова тебе звоню. Мне просто нужно было услышать твой голос. Я люблю тебя очень сильно. Знаешь, некоторые вещи могут показаться сломанными. Обычно это просто означает, что вы перестали пытаться. У тебя там все в порядке, мой друг? Я не любитель болтовни в сортире. Тебе ничуть не любопытно, что я хочу сказать? Я просто не люблю разговоры со случайными чуваками, прячущимися в туалетных кабинках. Никто не придет тебе на помощь, друг. Кто-нибудь! Итак, ты бог, живущий в туалете остановки для отдыха. В кабинке с какой-то загадочной дырой. Я он. Я тот бог. У вселенной есть просьба. Тебе нужно удовлетворить мою физическую форму. Есть только одна часть вас, которая может это сделать. Я этого не сделаю, и мне срать, сколько людей это спасет. Полное уничтожение всей жизни во вселенной? Твои чувства разрывают тебя изнутри, чистые и грубые. Это то, что мне нужно от тебя. Что ты сделал, Уэс? Я лишь жалею, что не проехал лишние 40 миль до следующей остановки для отдыха. Это бы не помогло. Почему? В нем живет тролль. Великолепный.